Всем привет, с вами Стивпро, и сегодня я покажу модные эффекты для Майнкрафта Foundation. Что ж, это позволяет нам настоящие эффекты, которые будут сходить от нашего игрока. Что ж, для этого вам придется перейти в вот такое меню, которое находится в правом верхнем углу. Что ж, здесь вы можете выбрать эффекты, которые будут исходить от вашего игрока. Что ж, давайте начнем с самого начала. Самый первое начало, это должно быть переключение нашего вида. Ну что ж, давайте сделаем такой вид. Да, я много чего увидел. Наверное, мы тоже много чего увидели. Что ж, самый первый обычный эффект, это вот такой огонь. Но, к сожалению, двигаться за вами он не будет. Да, к сожалению, это именно так. Зелень. Ну, значит, что когда вы что-то выращиваете, появляется эффект зелени. Эффект сердечка, когда кто-то что-то делает. Ну, понимаете, о чем говорю? Ну и эффекты довольно скучные, потому что они, к сожалению, не будут ходить именно за вами. Но, наверное, многие подумали, что эти эффекты будут именно наблюдать за вами, как это бывает на некоторых серверах. Также эти эффекты вы можете, по идее, настраивать, но настройка, их не настройка здесь, по идее, ни о чем. То есть, настраиваются они почти никак. Ну и, как видите, мы настраиваем, но мы не знаем, что мы настраиваем. Есть также эффект фейерверка и эффект динамита, который маленько может привести ваше устройство в режим лагов, да. Тут бегает свинюха, наверное, которая маленько что-то не понимает, что здесь происходит. Вот так. Вот довольно очень прикольный эффект. Мне он очень понравился, но здесь есть еще самый прикольный эффект, который сейчас вам покажу. Это у нас сатана. Да, это просто класс. Вот этот эффект мне очень нравится, потому что он самый крутой. И если вы из него выйдете, то этот эффект также сохранится. Есть такие кубики, да, очень красивые. И здесь есть также вот такие еще кубики. Вот, есть зелень в виде кубиков, тоже очень прикольно выглядит. Ну и все пропало, да, потихонечку все пропадает. Давайте посмотрим что-нибудь еще. Вот, Синюшка, ты, наверное, не понимаешь, что здесь вообще происходит, да? Ты не вкуриваешь, почему здесь такое происходит? Так, ну что, у нас что-то осталось. По идее, больше ничего прикольного нет. Ну, как видите, и бывают некоторые баги, которые, надеюсь, исправят. Ну вот, очень прикольный эффект, он мне очень нравится. Но самый прикольный, конечно, эффект сатаны. Ну и также все эффекты будут видны от первого лица. Да. И также эффект сатаны будет виден тоже вид от, ну, с видом от первого лица. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.